А вы не подскажете, где сейчас пчеленок? Даже не знаю. Тут сейчас такая неразбериха. Куда-то пропала пчела-распределитель. О, вспомнила. Пчеленок как раз пытается ее заменить. Тогда ему наверняка нужна моя помощь. Ну, наконец-то ты пришел. Я должен направить пчел по их сотам. А для этого нужно знать английский алфавит. Хочешь, я тебе помогу? Я его знаю. Немножко. Вот и отлично. Тогда слушай меня внимательно. Самое главное в улье – порядок. Пчелы должны залетать в соты строго по английскому алфавиту. Сможешь отдавать им правильные команды? Я попробую. Поможешь нам? Тебе нужно указывать пчел в алфавитном порядке. Тогда я смогу отдавать им правильные команды. Сейчас летит пчела Эй. Правильно. Эй, наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Лунтик, командуй, кому лететь теперь? А теперь очередь пчелы Би. Верно. Би, теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? Сейчас летит пчела Си. Точно, пчела Си. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? А теперь очередь пчелы Ди. Правильно, Ди. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Еще одна группа прилетела. Сейчас летит пчела И. Верно. И. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? А теперь очередь пчелы Ф. Точно. Пчела Ф. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Лунтик, командуй, кому лететь теперь? Сейчас летит пчела Джи. Правильно, Джи. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? А теперь очередь пчелы Эйч. Верно, Эйч. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Лунтик, командуй, кому лететь теперь? Сейчас летит пчела Ай. Точно, пчела Ай. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? А теперь очередь пчелы Джей. Правильно, Джей. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? Сейчас летит пчела Кей. Верно, Кей. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? А теперь очередь пчелы Л. Точно, пчела Л. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? Сейчас летит пчела М. Правильно, М. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? А теперь очередь пчелы Н. Верно, Н. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? Сейчас летит пчела Оу. Точно, пчела Оу. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? А теперь очередь пчелы Пи. Правильно, Пи. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? Сейчас летит пчела Кью.
Верно. Кью, наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? А теперь очередь пчелы А. Точно, пчела А. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Лунтик, командуй, кому лететь теперь? Сейчас летит пчела С. Правильно, С. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? А теперь очередь пчелы Ти. Верно, Ти. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? Сейчас летит пчела Ю. Точно, пчела Ю. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Лунтик, командуй, кому лететь теперь? А теперь очередь пчелы Ви. Правильно, Ви. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? Сейчас летит пчела W. Верно. W. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? А теперь очередь пчелы X. Точно. Пчела X. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? Сейчас летит пчела Z. Не та пчела. Лунтик, ты уверен, что знаешь английский алфавит? А теперь очередь пчелы Y. Правильно, Y. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Лунтик, командуй, кому лететь теперь? Сейчас летит пчела Z. Верно, Z. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Спасибо тебе огромное, Лунтик. Без тебя мы бы не справились. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.